Перед заседанием Надежда Толоконникова по прозвищу Толокно успела сообщить журналистам, что в тюрьме она читает Солженицына. Пожаловалась на то, что у нее болит голова и плохое медобслуживание. Тем, кто нас сюда посадил, я и моя камера передаем лучшие пожелания и то, чтобы у них была такая жизнь, какая сейчас последние полтора месяца у нас. Акцию «Пусси Райот» она считает удавшейся, как и Мария Алехина, которая зачитывала свое обращение по бумажке и процитировала Мандельштама, а по сути сказала, что ни в чем не раскаивается. А что касается извинений, то лучше всего это было сказано Мандельштамом. Ну что ж, я извиняюсь, но в глубине ничего не изменяется.